Всем привет! Вы на канале Game Top. Это сервак Chronos Portal. И мы продолжаем здесь тестировать классы. И сейчас мы посмотрим на меченосца. Меченосец — это получается воин ближнего боя. Он одевается в тяжелую броню, в хэви. И у него оружие — это двуручный меч. У данного класса есть скиллы по одиночной цели и есть скиллы массовой атаки. Смотрим первый скилл, смертельный удар. Это просто удар оружием. Бабах. Просто удар такой типа. Второй скилл немножко интересней. Называется воздушная тюрьма. Смотрите, при атаке противник как бы подбрасывается в воздухе. Что это дает, я пока что не понимаю. Противник висит в воздухе. Наверное, он не может просто убежать. Я думаю так. У данного класса есть стан, но стан бьется не вблизи, как вот эти два атакующих скилла. Стан бьется на дистанцию сколько? 500 метров. Выбираем противника, нажимаем стан. Это вот он. И вот. Противник замедлился. Точнее, попал под эффект стана. Также у этого класса есть баф. Массовый баф, который бафается на всю пати. И этот баф повышает силу физической атаки. Так, а теперь давайте посмотрим скиллы массовой атаки. Есть такой скилл, называется веерный удар. Подходим. По идее, он и урон наносит, и еще и станет. Только массово. Так, а ну не разбегайтесь, ребята. Так, подходим сюда и нажимаем. Бабах. Короче, во-первых, это массовая атака. Во-вторых, это еще массовый стан. Смотрим дальше, тоже интересный скилл. Называется провокация. Заставляет противников сменить цель. По идее, это массовая атака. Мы заходим в толпу, используем скилл и как бы всех противников агрим на себя. Также после использования скилла у нас увеличивается физическая и магическая защита. Увеличивается защита от негативных эффектов. И понижается скорость бега. А ну давайте потестируем. Посмотрим, данный скилл урон наносит или просто агрит. Так, вот три противника. Используем скилл. Нет, данный скилл урон не наносит, но повышает нам защиту, и мы как бы агрим. Короче, это просто массовый агр, после которого мы повышаем свою защиту. Смотрим на следующий скилл, называется боевой рев. Восстанавливает жизненные силы, увеличивает регенерацию здоровья. А ну давайте используем его. Бах-бах. Ага, мы его использовали, все хп стало полное, и примерно секунд на 20 у нас еще повышается регенерация хп. Данный скилл — это почти вторая жизнь. Мы бьемся, у нас мало хп. Мы хлоп, использовали скилл, у нас полное хп. Мы бьемся дальше. Также, как и на всех классах, у этого класса тоже есть свой небольшой такой хил. Хп хилит немного, но во время кача постоянный такой небольшой хил нам поможет хорошо качаться. И у нас еще осталось два бафа, которые при нажатии потихоньку используют ману. Один скилл называется ярость. Смотрим, что он дает. Так, он повышает меткость и повышает силу атаки, но понижает магическую и физ защиту. Короче, если мы ддшим, мы этот скилл используем. Если мы танкуем, этот скилл, наверное, лучше не включать. Следующий скилл, смотрим, что он дает, называется защита от дальних атак. И так он повышает защиту от магических атак и атак лучника. Очень хороший скилл для PvP. Вот это и все активные скиллы, которые даются на первой профессии. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. Бабах!